среди них член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров Российской Федерации товарищ Воронов. Он познакомился с районами и предприятиями области. Мы продолжаем свой репортаж уже из колхоза «Большевик». Глядя вокруг, как-то забываешь, что это лесистая болотистая мещера. В общем-то, небогатые земли. Небогатые и нещедрые. Но вот интересное дело. О новых домах для колхозников, клубах, скотных дворах здесь уже не думают. Это давно решенные вопросы. Здесь строят автоматическую телефонную станцию, столовую, гостиницу. Хозяйствуют в большевике так, что многим можно поучиться. Хорошо хозяйствуют.